Щадкова, мечтая ромашка, в 2019-м в загородные лагеря Бобруйска отдохнуть и окрепнуть перед 1 сентября поедут порядка 3000 мальчиков и девочек. Каждый лагерь будет работать в 4 смены, а закончится оздоровительная кампания 25 августа. Подготовка к летнему сезону начинается задолго до заезда ребят. Проводится большая работа. Благоустраивается территория и ремонтируются корпуса. Все для комфорта будущих отдыхающих. Как только завершается оздоровительный сезон предыдущий, составляются планы, верстаются с учетом всех рекомендаций, которые выдают надзорные органы, для того, чтобы можно было качественно подготовиться уже на следующий год. Поэтому лагерям, конечно же, вот эти прогнозные варианты, что надо сделать и как надо сделать, были даны изначально еще в сентябре месяце. Дело осталось только за обобщением этой информации, ну и, соответственно, организацией работ. Ежегодно перед открытием сезона городская комиссия по оздоровлению проводит инспекцию загородных лагерей. Представители власти, образования, здравоохранения заходят в каждую дверь и проверяют все. От коридоров и спальных комнат до прачечных и актовых залов. Строго по предписаниям. До обозначенного срока 25 мая должна быть готовность номер один. Стояла здесь еще плита, мы ее убрали. Это вот электрик сейчас уберет. Специалисты внимательно осматривают вентиляцию, кухонное оборудование, холодильные камеры, мойки и посуду. Особое внимание комиссии – пищеблокам и медпунктам. Ведь эти объекты с так называемой эпидемической опасностью. Поздравительному лагерю мечта, на самом деле, сделан большой объем работы по подготовке, по оснащению новым оборудованием данного пищеблока, по приведению в порядок самих помещений и овощного цеха, и мясного цеха. На 90% к началу оздоровительной кампании готов лагерь Щадкова. В корпусах комфортные спальни и санузлы. Все чисто и без замечаний. Что касается территории, осталось завершить работы по созданию мини-полей. В этом сезоне для игры в футбол и волейбол в Щадкова подготовили две площадки с искусственным покрытием. Уже через пару недель в лагерь приедут 60 человек. Дети сотрудников тепло- и электросетей. 1 июня мы уже встречаем детей, поднимаем торжественно флаг, проводим линейку. Линейка, я так понимаю, числа 3-го, наверное, будет. Самый неподготовленный к началу оздоровительной кампании – лагерь «Ромашка». Есть вопросы по санитарному состоянию, благоустройству территории и даже по организации безопасности. Особую тревогу и озабоченность вызывает состояние лагеря оздоровительного «Ромашка». Там, конечно, еще очень много предстоит сделать и в плане восстановления систем автоматической пожарной сигнализации, водоснабжения, как внутреннего, так и наружного. Ну и ряд других моментов, которые еще не решены. После устранения всех недочетов и погрешностей руководители лагеря отчитаются о проделанной работе и только после подпишут окончательный акт по приемке. Перед заездом мальчишек и девчонок персонал получит рекомендации по технике безопасности и профилактике травматизма. И уже в первые дни лета на территории лагерей будут звучать детские голоса и смех. Елена Кутузова, Андрей Богдан, Бобруйск, 360.